В течение недели учащимся из Беслана показывают достопримечательности области и театральные постановки. А сегодня они увидели, как живут и учатся оренбургские кадеты. Просторная библиотека, различная литература. В кабинете химии есть интерактивная таблица Менделеева. Для гостей это возможность узнать что-то новое. У нас сегодня в гостях делегация из Беслана в Шерловском районе со школы героев спецназа, с той школы, которая 19 лет назад подверглась зверскому нападению террористов. Вот уже на протяжении более 10 лет наш детский театр игры «Смешинка» шарлыкский дружит с этой школой. В июне 2011 года коллектив детского театра в Шерлыке поставил спектакль «Ангелы небесные». Он посвящен трагедии захвата заложников в первой школе Беслана в сентябре 2004 года. Участники театра оформили фотоальбом и отправили в Северную Осетию. В ноябре того же года их пригласили посетить республику. С этого момента началась дружба и поездки между регионами. Этот спектакль отражает вот именно ту боль трагедии и пытается людей заставить задуматься, чтобы такого больше никогда не произошло. И когда этот спектакль вышел, мы послали видеозапись и были приглашены в город Беслан, где давали спектакли. Школьники Северной Осетии не забывают о страшном событии, которое случилось 19 лет назад. Каждому классу дается имя героя, которое носит. Ученики в этих классах знают их биографию, все о них. То есть, да, мы часто говорим об этой трагедии, о ней не стоит забывать. Театр «Смешинка» отметил юбилей. В этом году ему исполнилось 30 лет. Слова благодарности от делегации прозвучали на торжественном мероприятии во Дворце культуры. Администрация гимназии номер 1 города Беслан объявляет благодарность Ирине Александровне за ее высокий профессионализм, за долгий труд, за ее умение находить таланты, за ее умение организовать вот такой коллектив. Память о жертвах рокового дня живет в сердцах людей. Для этого и организуют объединяющие мероприятия. Айнура Алиева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.